Если я не ошибаюсь, 8 апреля было голосование, когда страна должна была стать парламентской республикой. И вы знаете, у меня есть немалый опыт. Я хочу сказать, мое твердое убеждение, основанное на наших казацких традициях, на истории Украины, которая основывается на истории казацтва. Мнение 226 людей, шанс ошибиться 226 народным депутатам Украины значимо меньше, чем шанс ошибиться одному человеку.